Однажды три девушки пошли в лес собирать коренья и ягоды, а за деревом пряталось десятилапое чудовище Келе. Поравнялись девушки с деревом, Келе выскочил, схватил их и подвесил за ноги на дереве, а сам пошел за ножом. Но тут прибежала лисица и освободила пленниц, а девушки по совету лисицы повесили на ветках свои киркеры и разбежались в разные стороны. Вернулся Келе с огромным ножом и увидел, что вместо девушек одни киркеры их висят. Рассердился, изрезал киркеры на мелкие кусочки и бросился в погоню на своих десяти лапах. А девушки переплыли реку на пых-пыхах и бежали дальше. Келе попытался выпить реку, но не смог, и также переправился через нее на огромных пых-пыхах. Еще немного, и догнал бы он девушек, но от выпитой воды у него выросло огромное брюхо. Затрясся Келе и рухнул на землю так, что голова у него отлетела.